Осмотреть ход работ, услышать пожелания и предложения горожан. С этой целью депутат Совета депутатов Руслан Шаипов встретился с жителями домов Всходняя на улицах Чапаева, 21 и Новый 1. Здесь по просьбе химчан проводят капитальный ремонт кровли. Еженедельно поднимаемся на кровлю, смотрим, как и проходят работы. В квартирах после дождя не было протечек уже в этот раз. И мы надеемся, что качественно выполнит работу. Все работы стартовали в сентябре и уже на стадии окончания. Этапы ремонта согласуют со старшими по домам. На Чапаева 21 капитальный ремонт кровли практически завершен. Остались незначительные нюансы. И рассчитываем, что уже в скором времени жители будут принимать работы. На Новый 1 еще процесс продолжается. Уже финальный слой кровельного материала настилается. Вместе с жителями поднялись на кровлю и в безопасных условиях проверили ход работ. В Химках в рамках народной программы партии «Единая Россия» совместный контроль горожан и муниципальных депутатов строительных работ проводится регулярно. Это позволяет учитывать пожелания людей и следить за качеством выполнения ремонта. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.